Дарила бабка деду, у меня уборка в среду. Вот настала, как всегда, после вторника среда. И уже часов с шести бабка пол взялась скрести. А куда деваться деду? Он сегодня не в чести. Не придется старику в тишине попить чайку. Он ворчит, что скоро полдень, он устал, он очень голоден. Он поспал бы до обеда, он на стуле бы вздремнул. Но старуха из-под деда унесла последний стул. Ни стола вокруг, ни стула, только таз да тряпка. Дом вверх дном перевернула в среду утром бабка. В среду утром бабка. Крести стало что-то там в 6 утра. Кто подскажет? Такое стихотворение чем закончилось? Все, давай.